أكبر الله أكبر Пишу письмо с январского Афгана. В моем полку неделю слухи ходят. Все хорошо, моя родная мама. Нас из Афгана, говорят, выводят. Скажи отцу, пускай меня встречает. Вернусь домой, обмоем вместе орден. Война в душе и сердце затихает. Мы из Афгана в феврале уходим. Пишу я в письме на восходе. Выводят, выводят, выводят. С Кабула, Шиндан до Баграма. Выводят войска из Афгана. Домой, до деревни, до хаты. Уходят живыми солдаты. Летят наши весточки к мамам. Встречайте сынов из Афгана. Мы нашей кровью горы напоили. Война по горло, жертвами сута. Мы верно нашей родине служили. И наша совесть перед ней чиста. Мы честно жили и с честью умирали. Господь рассудит, был ли в этом толк. Ведь мы врагов себе не выбирали. И до конца свой выполнили долг. Пишу я в письме на восходе. Выводят, выводят, выводят. С Кабула, Шиндан до Баграма. Выводят войска из Афгана. Домой, до деревни, до хаты. Уходят живыми солдаты. Летят наши весточки к мамам. Встречайте сынов из Афгана. Пишу я в письме на восходе. Выводят, выводят, выводят. С Кабула, с Шинданда, с Баграма. Выводят войска из Афгана. Пишу я в письме на восходе. Выводят, выводят, выводят. С Кабула, Шиндан до Баграма. Выводят войска из Афгана. Домой, до деревни, до хаты. Уходят живыми солдаты. Летят наши весточки к мамам. Встречайте сынов из Афгана. Выводят, выводят, выводят. С Кабула, Шиндан до Баграма. Выводят войска из Афгана. Домой, до деревни, до хаты. Уходят живыми солдаты. Летят наши весточки к мамам. Встречайте сынов из Афгана.